Традиционная лыжня Михайловского района на приз главы администрации Михайловского муниципального образования Михайловский муниципальный район состоялась. И погода, и люди, а главные организаторы в этом году не подвели. И соревнования, превратившиеся в праздник, получились на славу. Всего в командных гонках на приз главы администрации муниципального образования Михайловский муниципальный район приняло участие 231 человек, в ВИП-забеге 14, в детском забеге 33 человека. Воскресный день. Впереди два выходных. Люди опьянели от свежего воздуха и спортивного азарта. Районные лыжные соревнования полюбились михайловцам. А все благодаря их инициатору Владимиру Карповичу Сидорову. Ему-то и предоставили возможность торжественно открыть праздник. Основатель Михайловской лыжни Владимир Карпович Сидоров. И сложный привет представляется Владимиру Карповичу. Спасибо большое, дорогие друзья. Специально заказана погода на сегодня, такая прекрасная. С утра морозец, потом потеплеет. Настроение, чтобы у всех было хорошее. Здоровья вам всем, добра, счастья, мирного неба. И чтобы наш спорт помогал нам в здоровье. Всего вам доброго. С праздником. Ну, и мне выпала честь поздравить и вручить благодарность министра молодежной политики, физкультуры и спорта Мутко Виктору Александровичу, нашему министру. Давайте кричать «Ура!» Еще один небольшой подарок, Виктор Александрович. Вы не только спортсмен, но и рыбак, поэтому вот этот подарок от нас, ото всех. Поздравляем. Спасибо. Я поздравляю всех с наступающим праздником. Волноваться мне пришлось всю жизнь за здоровье людей, которые вокруг меня, за здоровье детей, с которыми я работал. А сегодня я говорю спасибо и за эту грамоту, и за то, что мне удалось за эти 40 лет работы завоевать вот такой авторитет. За спасибо за ваше ура! Владимир Карпович, вот сегодня вас представили как организатора этого мероприятия. Вы, наверное, гордитесь, что вы являетесь вот родоначальником этого чудесного мероприятия. Да кто ее знает, горжусь или нет. Все это по жизни идет, что-то новое вводится, и сейчас что-то новое вводится. Что-то прижилось, что мы вводили. Я думаю, это хорошо, вот, что люди здесь все отдыхают, дышат, веселятся. Я думаю, это правильное было решение. Наверное, я хотел в свое время еще летние какие-то игры, хотел купить велосипеды, на велосипедах там, значит, еще что-то. Но вот лыжный, конечно, спорт, он прижился в Михайлове и как никогда работает ежегодно. Но это хорошо. Надо сказать, что будет все больше и больше. Да-да, народ очень много сегодня. Ну, погода хорошая. А, Владимир Карпович, а вообще вот вы сами вспоминаете, как вы когда бежали тоже? Скажите. Да, бегал. И когда организовал, бегал. А вообще я бегал и в молодости. Я же рассказываю, что ходил в школу 7 километров до 8 класса, 12 в среднюю школу. Конечно, это давало развитие. И, так сказать, мне легко давался этот спорт, лыжный бег, лыжный спорт. Поэтому это было нормально. А вы за кого сегодня болеете? За всех. Я за всех болею. Хорошо, чтобы все отдохнули, чтобы никаких ЧП не было, чтобы все приехали отсюда здоровыми, нормальными, заряженными на 23 февраля, чтобы у всех было все хорошо. А как вы думаете, вот объединительная функция есть у этого мероприятия? Обязательно. А любое мероприятие, вот такое и спортивное, и какие-то концерты общие, оно обязательно объединяет. С одной стороны, состязательность, а с другой стороны, объединение обязательно. Каждый, так сказать, плечо подставляет друг другу. Я считаю, это обязательно есть. Праздник такой. Да. Вот
хорошего настроения. Всем с праздником, всем здоровья, добра, счастья, всего-всего. Ну, в преддверии прекраснейшего мужского праздника, вы посмотрите, какая красивая погода. Я чувствую отличное настроение. 42 команды заявилось, это практически 220 человек. Это серьезнейший масштаб. Ну, скажем, после лыжни Рязани мы по статистике, вот сейчас посмотрел, на втором месте. Такое масштабное проведение, это очень приятно. Я хочу пожелать вам хорошего настроения, большого здоровья. Ведь раз в год вот живем зимой вот этой лыжней прекрасной. Потом весь год вспоминаем и готовимся к следующему году. Я хочу пожелать вам прежде всего хорошего настроения, большого здоровья вам и вашим семьям, потому что я считаю, что бы ни случилось, никакие политические моменты никакие не могут заменить нам нашего здоровья. Потому что здоровья вам и вашим семьям. Ну и, соответственно, отдохнуть сегодня. Проблемы из головы выбросить все. И на год зарядиться положительной энергией. С праздником всех вас, дорогие мои! Продолжение добрых традиций – одна из задач нынешней администрации района под руководством Евгения Владимировича Сидорова. Он и его команда сделали все возможное и невозможное, чтобы, вопреки грустным прогнозам, соревнования состоялись. В погоде мы очень волновались. Вы видите, какие колебания амплитудно идут погоды. То дождь, то плюс, то резкий минус. Но, тем не менее, слаженная работа. Откатали лыжню чуть ли не через день. Вычистили площадку, подготовили территорию. И вот сегодня очень приятно лицезреть вот такую, скажем так, организованность максимальную. Мы видим объединение и в Михайловском районе. Здесь много наших жителей, не только города Михайлова, Октябрьского городского поселения, но и всех поселений представителей. Он живет, область живет. О том, что мы вместе, о том, что мы любим спорт, любим общаться, любим жить, что даст в дальнейшем в истории нам большой рывок. По крайней мере, скажу за район. Первыми на старт вышли руководители различных предприятий и организаций района. Они достойно представили свои коллективы в VIP-заезде. И, конечно, победили самые спортивные. Расскажите ваши ощущения, как вы пробежали эту дистанцию, вы первый. Ощущения замечательные, прекрасные. Хорошая погода, хорошая атмосфера, хорошая лыжня. Все очень здорово. О, устал, не могу. Первый раз пришли? Да, первый раз. В этом заезде? Да. Команда не подвели? Нет, старался, не подвел. Вы знаете, для меня вот эта лыжня района, это один из самых долгожданных праздников в году. Он и спортивный для меня, и душевный. Он весь насыщен, пропитан вот этой вот чувством взаимовыручки, товарищеского локтя, потому что и на лыжне всегда помогут, поднимут, если уж кто оступился. И вокруг, в общем-то, коллективы все представлены района. И все веселятся, всем хорошо, все очень здорово. Очень всеобщий праздник на очень высоком моральном подъеме, душевном. Ну, традиционный стал он VIP-заезд. Ну вот раньше, когда его не было, мы все принимали участие в забеге по возрасту. С одной стороны, для меня, например, для каждого годы идут ведь, да? Вот. И с одной стороны, хорошо, что VIP-заезд есть, но с точки зрения, что дистанции покороче, полегче, вот, стараюсь каждый год принимать в нем участие, вот, и главное, в принципе, здесь, наверное, не результат, главное, что участие нашей команды, вот, видите, наша дружная команда, вот, ну, а как руководитель, раз в положении такое есть, в положении все прописано, что руководитель должен принять участие, я стараюсь всегда этого придерживаться, вот, и сегодня, так же, как всегда, участвовал в VIP-заезде. Считаю, что главный не результат, а главное участие. И как сказал герой одного фильма, я дошел. Настроение как?
Настроение хорошее. Наши члены команды, в принципе, вот уже пьют чай. Вот, большая часть, так получается, что управление молодое, много молодежи, поэтому большинство участников было в возрасте от 18 до 30 лет. Они уже сейчас после меня, после VIP-заезда, они сразу финишировали. И, значит, у нас еще один участник в возрасте, вот сейчас 41-50. Сейчас мы его дождемся. И тогда уже полностью соберемся всем коллективом здесь вот в лесу за столом. Будем ждать результата, будем ждать подведения итогов, награждения. Настроение у всех замечательное. Ну, вообще, вы говорите, лес ваш, родной лес. А, лес-то? Ну, в этом лесу более 30 лет отработал лесником мой отец. Я, в принципе, вместе с ним вырос здесь. Вот эти елки, которые, к сожалению, вот съедает жук-краед, видите, они засыхают. Они, наверное, ровесники мне, потому что я их помню совсем маленькими, насколько я помню. А все остальные елки вот в этих двух лесах, где вы видите, они все посажены, в том числе и моими руками. То есть, когда я учился здесь в школе, кто самая рабочая сила, это, конечно, школьники. Впервые в этом году свою команду выставили михайловские предприниматели. Они назвали ее «Лидер». Дебют прошел удачно. Лыжня, ощущения вообще изумительные. Снег, мороз. Вообще дышится очень хорошо, легко. Всем вот так. Впервые принимаете участие? Ну вот в Михайловском районе, да, обычно я на лыжне России бегал в Рязани. А теперь вот судьба меня привела в наши родные края. Поэтому вот так вот. А вот размах очень мероприятия. Вообще, я думаю, в этом году самый такой масштабный, да, мне кажется. Ну, молодцы организаторы. Прям объявляю благодарность администрации и отдельно Михайловскому телевидению. Вы молодцы вообще. Да что ж нам-то? А как без вас? Славы бы никакой не было. А так все, лавры и призы, подарки, наверное, ждут меня, я так представляю. Пожалуйста. Вас также. Спасибо. Спасибо. Всех телезрителей. Всем здоровья и счастья. Бегайте на лыжах обязательно. С большим удовольствием народ болел за гонщиков и одновременно подкреплялся необыкновенно вкусной гречневой кашей с тушенкой по-армейски. И в этот раз не подвел коллектив Михайловского военкомата и его руководитель Дмитрий Олегович Дмитриев. Это они откликаются на просьбу администрации района и постоянно предлагают свои услуги на все районные массовые мероприятия. Да, 4-й, 2013-й, 15-й и, соответственно, 4-й раз сегодня. Вот традиционно мы варим кашу. Вот. Ну и, в общем-то, если вы видите по телевизору, глядя на нашего президента, на министра обороны, вот, ну, мы должны быть впереди везде. То есть мы должны и людей накормить, и пробежать. В общем-то, ну вот в этом году результат. Дружба между руководителями различных уровней власти района есть большая победа нынешней администрации. Идеологическая цепочка единства берет свое начало от президента России Владимира Владимировича Путина, который призывает нас быть сплоченными и не поддаваться на происки внешнего и внутреннего врага. Подтверждение тому стало участие в лыжных забегах еще одного коллектива – это Михайловский ХРЭС. Начальник Михайловского района электрических сетей Игорь Владимирович Устинов принимал участие в VIP-заезде и в своем интервью нашей телекомпании подчеркнул важность взаимодействия всех служб района. Принимает участие в данном мероприятии второй раз. Были 2 года назад здесь, удачно выступили, заняли 3-е место. Вот. Сегодня с большим удовольствием приехали. Будем бежать, представлены почти во всех категориях, так что надеюсь тоже на хороший результат. Как бы такой непознанный вид спорта, я никогда этим не занимался, то есть и вот бегал 4 раза, и 2 раза из них, наверное, вот как раз на этих соревнованиях. То есть вообще никогда не занимался. А вообще, какое впечатление от всего этого праздника? Потому что, на самом деле, это превратился в какой-то праздник. Ну, я вот вообще хочу сказать не только праздник вот, о лыжне, а вообще все мероприятия, которые на Михайловской земле проводятся. Вот, если сравнивать, никого не хочу обидеть, там, в других районах нашей там, области, то, что приходится бывать, то есть и, ну, по работе и так далее, и на разных мероприятиях. Могу сказать, что, мне кажется, в нашей земле на Михайловской
самые какие-то душевные, такие широкие, радушные праздники. Это без всякого лукавства. То есть никто так, по-моему, не организовывает. Всегда так размашисто и по-доброму. Поэтому, по-моему, тут всем нравится нормально все. Нет, на самом деле замечательное мероприятие, хорошее настроение у людей, это уже очень нужно и очень важно. В нашей жизни должны быть события, которые задают тонус, которые задают хорошее настроение, и улыбка у людей на лице, это всегда лучше, чем злость и слезы. Пока одни бегали и болели за своих представителей, другие готовили эксклюзивные и не очень эксклюзивные блюда на кострах. Дух шашлыков, шурпы, шулюма и других пальчики оближешь блюд заразносился по всему Цамовскому лесу. Нам удалось увидеть эту красоту и даже попробовать вкуснятину, приготовленную поварами самого широкого спектра. Красота, ради этого стоит жить. Маркин Александр Александрович, Русское поле, хозяйство. Вечерники. Сегодня вы своим хозяйством приехали... Точнее, своим коллективом приехали сюда, да, на Лыжню. Вообще первый раз принимать участие? Нет, мы каждый год принимаем участие в этих мероприятиях. Да, а почему же вам так получается? А потому что, ну, как? Потому что мы такие ответственные, мы спорт не бросаем, совмещаем с сельским хозяйством, отдыхаем здесь от нашего такого очень нелегкого труда, вот именно здесь, на этом празднике. Вообще здорово, что у нас в правительстве существует такая традиция. Это очень прекрасно, просто слов не нахожу, как это, кто это все это организовывает. Большое им огромное спасибо. А вот вы своим коллективом сегодня приехали. Сколько человек вы привезли? У нас человек 5 спортсменов, а остальные вот мы поддерживаем их морально, духовно и так далее. А вот я смотрю, у вас тут и костерочек, да, да, и шашлычочек. Шулюм у нас, да. Шулюм варите, да? Да, это неотъемлемая часть нашего мероприятия. Ну, а так в целом настроение какое? Очень отличное. Уже чувствуем весну. Скоро надо отдыхать, потому что скоро начнутся работы. Все сельские посевные, подготовительные. Поэтому время пока есть, надо отдохнуть. Лыжня 2016! Ура! Лвилегер Елена Григорьевна. Вы представляете Гоблинскую школу. Сегодня Гоблинская. Вы с своим коллективом выехали сюда, на Лыжню. Зачем, да, почему и как вам все это мероприятие? Выехали, чтобы отдохнуть, поучаствовать, побегать, побыть все вместе. Ну, прежде всего, отдохнуть, наверное. Ну, как вообще впечатление от всего? Да замечательно. И погода хорошая, и коллектив хороший, и все хорошо. В том году я участвовала в забеге, была 4-я. А в этом году по состоянию здоровья не получилось мне участвовать, хотя я очень хотела. А так вот... Не жалеешь о том, что не получилось? Жалею. Очень хотелось бы, на самом деле, самой проехаться. Потому что, на самом деле, это очень интересно. То есть я сама по себе езжу на стадионе, на «Спартаке», на лыжах. Но в этом году вот не получилось. Обидно. А так вообще в целом мероприятие понравилось? И чем оно особенное в этом году? Мне очень по себе нравится мероприятие, где участвует масса людей. То есть в основном мы много людей не видим. Я бы больше сделала еще бы летом такое мероприятие, чтобы... Почти весь район бы собирался на это мероприятие. То есть это пожелание, да? Да, я очень хотела бы это. Викула Татьяна. Татьяна, расскажите, вы сегодня представляли интересы Слободской средней общеобразовательной школы, потому что вы в ней работаете, как вы сегодня пробежали, почему вы именно вот решили принять участие в этих соревнованиях и каковы ваши впечатления? Ну, впечатления, конечно, хорошие, но то, что бежать это за свою Слободскую школу, это само собой надо. Ну, что еще можно сказать? Ну, пробежала, я не знаю. Ну, и самое главное, не последняя пришла. Ощущение, думаешь, ну вот, все, займусь лыжами капитально. Нет, нет, такого не было, нет. Хотелось разденуться и пойти пешком. Ну, вроде потом как-то решилась до конца пройти. Ну, и прошла, да, прошла, да. Поздравляем, Танюш, тебя. Спасибо. Другие лица, другие совсем.
Ага. Алексей, Вера, Игоречек. И маленький Игорек. Сколько ему? 8 месяцев. Он уже ручку тянет. Он уже звезда практически. Вы приехали давно сюда? Да. Практически с самого начала. Все здорово здесь. Все нам понравилось, да. Очень хорошо. Весело. Погода такая подфартила вообще нормально. Да, все очень красиво здесь. Кто рассказал об этом? Как нам сказали? Ну, слышали, у нас сестра есть. Родная вообще... сказала, что она здесь у нас бегала со своей дочкой, племянницей моей. Они здесь выступали, вот мы на них смотрели. Вот, ну и так слышали. Очень классно, очень. Да, нам вообще здорово. Все понравилось. Вот думаем сами, может быть, как-нибудь соберемся, да. Подрастет малыш, тоже все, приедем. В следующем году обязательно будут такие, правильно? Ну и все, приедем тоже мы кататься. И сына будем привлекать. Спорт. 8. 8 месяцев, ну конечно. Вот, а как настроение вообще в целом? Отлично, отлично, погода хорошая. Здорово, все располагает вот к отдыху, к хорошему настроению, здорово. Так что молодцы, кто организатор, вообще молодцы, постарались, конечно, так все да. Прям... Почаще бы такие праздники проводили бы у нас в городе. Народ был чем заняться, ну, здорово. Да, главное спорт привлекать молодежь. Да. Ну, спасибо вам большое, с праздником. Вам спасибо. И вам с праздником. Да, спасибо. А теперь об итогах соревнований. Среди женщин в ВИП-забеге лидировала глава администрации Каморинского сельского поселения Галина Пугачева. На втором месте директор Заревской средней общеобразовательной школы Любовь Козлова. На третьем месте Ольга Герасимова, директор Михайловского КСЦО. Мужчины показали себя спортивными и азартными гонщиками. Первое место у Петра Дыцука, второе у директора Михайловской МСО Дмитрия Хатенцева. На третьем прибежал директор Козловской общеобразовательной школы Вячеслав Абрамов. В личном забеге среди мужчин до 30 лет лидер Денис Рябов, вторым прибежал Илья Гудков, третьим Вадим Савасьянов. Женщины показали следующие результаты. На первом месте Наталья Саянова, на втором Марина Егорова, на третьем Маргарита Федотова. В личном забеге среди мужчин до 40 лет победитель Роман Рунов, вторым прибежал Владимир Прохоров, третьим Николай Кривошеин. У женщин в личном забеге места распределились следующим образом. Екатерина Постникова прибежала первой, Валентина Зинченко второй, Елена Савина третьей. Победители в возрастной категории до 50 лет среди мужчин первое место Алексей Хромеев, второе Николай Семечкин, третье Валерий Чикин. Среди женщин первое место Ирина Шашкова, второе место Ирина Травкина, третье Татьяна Озорнова. В возрастной категории до 60 лет первое место у Николая Стегнина, второе у Валерия Накапкина, третье у Юрия Преснякова. У женщин на первом месте Ольга Никитина, на втором Галина Дашкова, а на третьем Валентина Козеева. Возраст спорту не помеха, в чем мы убедились лично, наблюдая за забегом спортсменов, возраст которых перевалил за 61 год. У мужчин лучшим стал Владимир Муромцев, на втором месте Михаил Окалелов, на третьем Евгений Катусов. Женщины ничуть не уступали мужчинам и показали свои спортивные достижения легко и непринужденно. Отсюда и превосходные результаты у Людмилы Мартиросян, она на первом месте, у Марии Кристининой, она на втором, и у Людмилы Суховой, она на третьем месте. Медали и награды вручал глава администрации Михайловского муниципального района Евгений Сидоров. Настроение руководителя района и всех участников спортивного праздника было музыкально зажигательным. Все подтверждало известную истину. Хорошо поработали, здорово и с пользой отдохнули. Но вернемся к нашим баранам. Кстати, я не оговорилась. Именно баранов и козлят предлагали победителям в качестве главных призов. В командном зачете первое место у Михайловской центральной районной больницы, на втором месте команда комплексного центра обслуживания населения, на третьем районная администрация. В своей категории командой лидером стали представители Серебрянского цементного завода, на втором месте команда Михайловского цементного завода, на третьем команда предпринимателей под названием «Лидер». Среди образовательных учреждений на первом месте команда Октябрьской средней общеобразовательной школы номер 2, на втором – Михайловского техникума имени Анатолия Мерзлова, на третьем – Козловская общеобразовательная школа. Лучшие результаты показали Наталья Саянова и Алексей Хромеев. За массовость награду получила команда «Михайлов Цемента», за помощь в организации поблагодарили Владимира Муромцева. А специальными призами были отмечены самые опытные участники соревнований. Это Евгений Михайлович Катусов и Анна Ивановна Мыскова. Компания «Евроцемент Групп». Мы
Михайловск семья. Мы традиционно участвуем в данном мероприятии в районных лыжных соревнованиях. Всегда завоевываем призовые места. Настроение отличное. Наши работники все присутствуют со своими семьями. Очень хорошее настроение, веселое. Поэтому спасибо большое администрации Михайловского района, Евгению Владимировичу, Владимиру Карповичу Сидорову за организацию данного мероприятия. Вот. То есть все очень хорошо, прекрасно. Спасибо большое. Очень-очень понравилось. А что особенно? Когда мы бегали. Да, мы бегали? Да. Молодцы какие. Хотели победить-то? Победить хотели? Да. Ну, получилось? Ну, чуть-чуть. Ну, хорошо. А вы что скажете? Все просто супер! Спасибо за такую организацию красивую. Мы очень довольны. Я первый раз на этом мероприятии. Мне очень понравилось. Всем спасибо. Детки, скажите, что-нибудь понравилось вам? Мне понравилось, что мне не понравилась лыжня. Не понравилась лыжня? Тяжелая была? Да, но какая-то была тряская. А настроение-то хорошее? Да. Так вообще весело здесь? Да. Еще раз приедешь? Приеду. Каждый год будем ездить. Правильно. Так, а ты что скажешь? Мне все очень понравилось. Я победил, первым приехал. Молодец какой. Как тебя зовут-то? Антон Зиченко. Антон, молодец. Антон, а еще хочешь побеждать? Да. А вообще лыжня это дело нужное, как ты думаешь? Да. А почему? Ну, потому что лыжня мне так понравилась, то что она, ну, нормально она была. А кто создал ее, как ты думаешь? Спасибо, надо сказать. Спасибо! Лыжня была просто супер, класс, такой, погода, лес, классно, очень класс. Организаторы просто супер. Было очень здорово. Спасибо организаторам этих соревнований. Мы каждый год участвуем в этих соревнованиях. Занимаем всегда среди школ первое место. Мы очень довольны и всегда принимаем активное участие. Мы самые первые, несмотря на то, что мы вторая школа. Это фейерверк. Это вообще... Нет слов. Это очень классно. Вот так. А особенно что запомнилось? Очень трасс хороший, интересный, одни сложно. Повороты, какое скольжение, на поворотах нельзя спать, только повнимательней и толкайся, и удачи за вами. Так, ну что тут у нас? Большое спасибо нашей школьной администрации, которая всегда может создать хорошую команду и поддержать и морально, и физически. А материально? А материально это обязательно, это даже не думается, конечно. Ты прекрасно дальше, поехали. Очень хорошая погода сегодня, хорошая атмосфера, такое добродушие, такое, в общем, понимание друг друга, ну просто отличное настроение у всех и у нас вот в нашей школе от того, что мы победили в районе. Старались. Да. Прекрасная трасса, прекрасная организация, всем здоровья, удачи, любви. О. Великолепная победа, всем спасибо. А мужчина? С наступающим праздником, с 23 февраля. У нас замечательные мужчины, замечательные организаторы. Большое всем спасибо, с праздником, здоровья, всего доброго. Погода была прекрасная, и скольжение тоже хорошее было. Ну и еда тоже вкусная была. Все добрые были, да, добрые. Хорошо. Добрые. Всегда такие бывают обычно, да. Люди? Или только вот сегодня? Всегда. Всегда? О, ну замечательно, прекрасно. А теперь ура, ура, ура! 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 Создавали прекрасное настроение работники районного дома культуры. А всем желающим перекусить, у кого не было своего коллектива с костром, Михайловская райпо предлагала блюдо на выбор. Итак, внимание! Внимание, пауза, спасибо. Михайловской культуры, вип-вип, ура!
Лыжные гонки позади, но настроение радостное, веселое, полученное в зимнем лесу, растворилось в крови и потекло по жилам всех, кто побывал 21 февраля на этом небывалом доселе празднике. И, конечно же, у нас Натальи Быстраковой, Александра Каратаева, Владислава Окоркова и Евгения Быстракова, которые поработали специально для будней. Какая у вас интересная штука для плова. Казан. Да? Казан.